Вот тут сидит чувак, который набрал очень много миллионов просмотров на одном ролике, и поэтому он сейчас закроет рукой камеру, и это будет конец. Сейчас, прямо сейчас, я нахожусь внутри Кубис влога. Оп, и я еду в белую церковь. Новые выпуски, мы в Виннице. Я ж сказал тогда, что у меня победители по конкурсу, так вот. Кстати, а что я вообще делаю в Виннице? А сейчас я вам все покажу. С днём рождения! Меня. Я не выкупаю, кому интересно смотреть, как кто-то отмечает свой день рождения. Просто пару кадров ставлю, на всякий случай. То есть не заметили, как пришел прилив и нас тупо затопило. По сниму покажу вот это вот. Оп, и я еду в белую церковь. Ха, я уже в заведении, мы немножко уже отчекались. Выступали, сейчас идем попить водички, прогуляться на свежем воздухе. И после этого мы оцените, как Надя поет на караоке на Майдане. Встретила тебя под проливным дождем, под ярко-синим, жизнью измученным, зонтом промокли ноги, и закружилась голова, спасибо небу за тебя, мы верим в любовь. На территорию парка вход стоит 20 рубасов, поэтому мы перелезли через забор. Утки! Зацените, это колоннада эхо. Там она стоит аж вот там вот, если его видно. Скажи пару слов. А, подписывайтесь на канал Кубиса, влог. Там есть много чего интересного. А я только что с Саней был на чемпионате Европы по боям без правил. Или ММА? Да, ММА. И зацените сейчас под прикольный музончик, покажи нарезочку драк прикольных. И тут сейчас выходит боец из Молдавы, вот битбокс MC Ксандрия, вот оцените просто это. И вот так вот внезапно я попадаю с палаца спорта прямо в такси. И мы едем с пацанами к West Pistol Show. Там Саня, Орлух, Биг Бро будет выступать в субботу с ними, и у них сегодня репетиция. И я решил за компанию вместе заехать просто вот так. Привет всем! Сейчас, прямо сейчас я нахожусь внутри Кубис влога. Друзья, мы группа Огонь, вы знаете нас по песням. Никита. Ты так красиво. Я устал. Белая стрекоза любви. Короче, подписывайтесь и ставьте лайки этим чувакам. Самое главное, сейчас Виталий закроет рукой камеру, и это будет конец. Айоу.